Дорога в промышленной зоне, как правило, предназначена больше для грузового транспорта, нежели для пешеходов. Ну, оно и понятно, на то она и промышленная. У людей есть, как правило, два варианта. Либо идти по дороге, что очень опасно, либо по грязи. А на Пятигорском шоссе у человека появляется третий вариант – идти по новенькому пешеходному тротуару. Именно эта дорога встречает гостей нашего города, подъезжающих со стороны Пятигорска. Плотный транспортный трафик привел к ее сильному износу. В итоге дорогу было решено полностью отремонтировать. Работы стартовали еще в прошлом году, и сейчас дорожное полотно уже не узнать. При проектировании ремонтных работ на Пятигорском шоссе были также учтены вопросы безопасности передвижения пешеходов, вследствие чего было принято решение об установке удерживающих пешеходных ограждений на всю длину улицы Пятигорское шоссе. Более того, по завершению ремонтных работ были проведены работы по замене опор освещения на всей протяженности шоссе на современные светодиодные фонари освещения. Тротуары и освещение – это еще не все. Вдоль дороги посажено 370 деревьев, и когда они покроются листвой, все тут по-настоящему преобразится. Эту радость разделят как пешеходы, так и водители, которые раньше испытывали здесь много неудобств, особенно в дождливую погоду. Я помню, когда после дождя особенно была грязь, и даже вода никуда не уходила, не стекала. Когда ты проезжаешь, ты стараешься аккуратно сбросить скорость, чтобы, не дай бог, никого прохожих не облить этой водой, чтобы потом о тебе плохого не думали. Полностью ремонт дороги будет завершен уже в мае. Все это стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Радмир Хасанов, Роман Нагаев, Олег Молхожев, Архыз 24.